В данном случае мы покажем дыхательный комплекс и одновременно набивку тела. То есть как происходит привыкание к ударам, к боли, сохраняя правильное дыхание и выполняя технику. Данные кадры выполняются с вашего разрешения, чтобы оно выполняется без кимоно, чтобы вы увидели, что у человека нет бронежилета и что он не похож на Арнольда Шварценеггера. Чин!